время расставить точки над «и». Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об итогах работы донской делегации на российском инвестиционном форуме в Сочи. Начну с экспозиции. Как всегда, она отличалась креативностью и необычным визуальным оформлением. В словосочетании «тихая гавань» каждый видит свой смысл. Спокойствие, умиротворение, защита от бурь. А в деловом лексиконе оно служит для описания стрессоустойчивой экономики с высокой инвестиционной привлекательностью. Тихая гавань для бизнеса почему-то ассоциируется всегда с офшорами, но здесь мы видим месседж другой. Мы видим, что это просто грамотная политика властей, и это достойные условия для ведения бизнеса. Поэтому я думаю, что такой громкий лозунг уж точно привлечет внимание, равно как и эти контейнеры, которые здесь есть. Уменьшенные копии 20-футовых грузовых контейнеров презентуют проекты, которые уже реализуются на Дону. Ведь в нашем регионе инвестиционный барометр всегда показывает безоблачную погоду. В этом году Ростовская область привезла на форум больше 75 инвестпроектов на общую сумму 490 миллиардов рублей. Акцент сделан на увеличении мощности морских портов. Креативно, есть хорошие новые идеи, идеи, которые соответствуют велению времени сегодняшнего. Мы говорим о том, что регион активно вошел в реализацию национальных проектов. По одному из нацпроектов к 2024 году России необходимо обеспечить объем продовольственного экспорта до 45 миллиардов долларов США в год. По объему несырьевого экспорта Ростовская область уже сегодня в первой тройке регионов России. Это подкрепляется в том числе и намерением бизнеса развивать соответствующую инфраструктуру. Задача региона создавать условия для развития инфраструктуры, в том числе поддержка инженерных инвестиций, решение организационных вопросов, связанных с ускорением реализации проектов. Так что в этом смысле регион находится в тренде сегодняшнего дня. Донской регион представил потенциальным инвесторам не только портовые проекты, а еще ветроэнергетику, транспорт, судостроение, аквакультуру и многое другое. Небольшие производства с большими преференциями можно создавать в трех территориях опережающего социально-экономического развития – Гуково, Зверево и Донецк. На слайдах хорошо видны точки роста, площадки и льготы по каждой из них. А теперь о деловой программе. Мини-офис на экспозиции стилизован под морской контейнер. Здесь под слоганом «Ростовская область – тихая гавань для инвесторов» подсчитывают новые инвестиции в донскую экономику. Встречи, переговоры, обсуждения дальнейших планов – все два дня плотный график работы. И закрепленных на бумаге намерений тесно сотрудничать с Ростовской областью немало. Здесь же на экспозиции губернатор подписал 10 соглашений. Агрохолдинг «Степь» построит в Азове зерновой терминал стоимостью больше миллиарда рублей. При этом будет создано 150 рабочих мест. С точки зрения инфраструктуры данный терминал будет способен перевалить более 2 миллионов тонн. Уникальность инфраструктурного объекта заключается в том, что, по сути, он будет состоять из двух терминалов. Один стандартный для перевалки зерновых, это в основном пшеница, и второй для нищевых культур. Компания «Морской зерновой терминал» инвестирует 680 миллионов рублей в строительство универсального перегрузочного комплекса в порту Таганрога. Это строительство универсального перегрузочного комплекса в порту Таганрога. Строительство это позволит, это первое, защитить Северный мол от внешних воздействий, и второе, увеличить грузооборот. Развитие промышленности и логистики обеспечат соглашение, подписанное с заводом «Лимак», вводящим в строй вторую очередь, и российским девелопером промышленных объектов «ПНК Групп». Компания открывает на Дону собственный индустриальный парк. Достаточно большой земельный участок, благодаря вам его получили в пользование. Парк подразумевает 470 тысяч квадратных метров складской индустриальной недвижимости. Ну, по нашему опыту, как только мы появляемся в регионе и появляется первый или там, второй арендатор или покупатель склада на территории, то следом тянутся другие. Также губернатор подписал соглашение о строительстве экорайона Вересаева. Инвестор готов не меньше 5% квартир отдать дольщикам. Соглашение с X5 Retail Group – это больше 2 миллиардов рублей инвестиций в открытие 170 продовольственных магазинов, в основном на селе. Это небольшие населенные пункты, востребованные для населения области. Конечно, при неизменно хорошем качестве – это то, что мы всегда оговариваем, и то, что на самом деле выдерживается. И я надеюсь, что это просто новый, более удобный формат для жителей региона в любой территории, в любом муниципалитете.
присутствии губернатора подписано соглашение по ветроэнергетике. На «Атоммаше» будут производить гондолы, генераторы и системы охлаждения. В организацию сборки компания «Нововинт» вложит 1 000 000 000 рублей. Фактически делаем апгрейд корпуса на мощностях нашего «Атоммаша» в Волгодонске. Сегодня мы завершаем все работы, связанные с подготовкой корпуса, с крановой техникой, с новой заливкой полов, организацией фасадов, кровли, систем пожаротушения. Все, что связано с коробкой. В настоящее время согласован проект расстановки технологической линии. Вся технологическая линия находится в производстве и в ближайшее время будет поставлена на завод. Всемерную поддержку по подписанному специнвестконтракту окажет российское правительство. Сам по себе инвестиционный проект связан с развитием новых технологий в России, которых на сегодняшний день нет. Это будет производство генератора и гондолы ветрогенераторной установки, которые будут размещаться в Волгодонске на предприятии «Росатома». И в дальнейшем эти ветроэнергетические установки будут размещаться в ветропарках не только России. В присутствии Дмитрия Медведева, губернатора 4 регионов, руководитель Ростуризма и первый вице-президент Русского географического общества Артур Челенгаров подписали соглашение о создании единого туристического маршрута. Золотое кольцо Боспорского царства пройдет по Ростовской области, Краснодарскому краю и Крыму. Туристам покажут 10 мест, где в античное время стояли города этого государства. В нашей области маршрут включит в себя Ростовский краеведческий музей, Азовский музей-заповедник, Танаис и этнографический музей Мясниковского района. Федеральное агентство по туризму уже включило Золотое кольцо Боспорского царства в перечень 10 приоритетных турмаршрутов, ориентированных на въездной туризм. Федеральные структуры готовы поддержать и донских инноваторов. Речь идет о проекте «Региональные чемпионы». Соглашение о сотрудничестве Василий Голубев подписал замминистра экономразвития России Сергеем Горьковым. Регионы-лидеры, которые показывают хорошую динамику, да, они очень важны в этом программе. Ростовская область, безусловно, является лидером, и Министерство экономического развития очень рада, что подписано сегодня соглашение. Соглашение о внедрении на Дону экспортного стандарта 2.0 губернатор подписал с гендиректором Российского экспортного центра. Государство поможет выйти на внешний рынок небольшим компаниям. Сейчас экспортеры могут воспользоваться субсидиями, налоговыми льготами, добавится еще и помощь в организации электронной торговли. Это всемирно известные площадки, китайские, американские, в основном почти с неограниченным спросом. Потому что, например, если мы говорим о таком сегменте экспортной продукции, как пищевка, так называемая, переработанная продукция и сельхозсырья, где у нас очень серьезные позиции есть, то, конечно, на сегмент китайского рынка с миллиардными оборотами, с миллиардным населением, конечно, этот спрос очень высок. Ростовская область подписала соглашение и с Американской торговой палатой, и с МГИМО. В университете будут проходить целевую подготовку специалисты для разных отраслей донской экономики, промышленности, сельского хозяйства и соцсферы. МГИМО вообще традиционный партнер, которым мы в практическом плане взаимодействуем, работаем. И очевидно, что это такое несколько новое с точки зрения взаимодействия и сотрудничества региональных властей Института международных отношений. Так что для нас это новые перспективы, новые возможности. Соглашение о поддержке социального предпринимательства подписали ЮФУ и Фонд социальных инвестиций. Одной из основных задач этого соглашения является системная работа над тем, какой должен быть стартап, как его учитывать в тех портфеле тех компетенций, которые получает выпускник университета. Но самое важное, какой акцент в этих стартапах идет на социальную сферу. Авиакомпания «Азимут» подписала с государственной транспортной лизинговой компанией договор о передаче в лизинг отечественного самолета «Сухой Суперджет 100». Это, как я сказал, 9-й самолет в парке нашего авиапредприятия. Эксплуатируем уже 8 самолетов «Сухой Суперджет 100». Сегодня подписываем договор на аналогичное воздушное судно, договор аренды. И тем самым рассчитываем расширить сеть наших полетов до 50 маршрутов в летний период. Сейчас это 35 маршрутов по разным направлениям. Летом «Азимут» впервые открывает полеты из Ростова в Калининград через Калугу. И судя по активным переговорам, которые руководство авиакомпании вело на форуме с губернаторами и главами республик, можно ожидать новых направлений. Инвестфорум «Сочи-2019» стал одним из самых продуктивных за последние годы. Ростовская область собрала солидный бизнес-урожай – 44,5 миллиарда рублей инвестиций. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах!